прошлом году юные журналисты Десногорска создали 300 видеофильмов о первых учителях, врачах, строителях города и станции. Только первая школа подготовила и разместила 50 интервью. На встречу, которая состоялась 19 июля, были приглашены герои фильмов, победивших в конкурсе «Слава Созидателя». В гости к ребятам пришли Михаил Дурманов, начальник цеха обеспечивающих систем Смоленской АЭС, депутат горсовета, и Надежда Григорьева, ветеран педагогического труда, третий директор средней школы номер 1. Они поблагодарили ребят за участие в этом интересном проекте и рассказали о своем участии в нем. Город наш, хоть и молодой, но с богатейшей историей. С богатейшей, потому что она умещается не только в рамки от начала строительства до сегодняшнего дня. Эти рамки намного шире. Намного шире. Я вот сегодня говорил о поисковом движении. У нас тем очень много, которые продолжают нашими людьми, нашими жителями осваиваться, развиваться. И это не пустое. Вот это вот важно, что люди работают от души, вкладывая себя и подавая это другим. Вот этим этот проект, на мой взгляд, очень ценен. Сейчас формируется новая команда юных журналистов, которые продолжат участие в творческом конкурсе «Слава Созидателя». Мы набираем молодежь с 8-х классов, 6-х классов. И, конечно же, я очень рада, что у меня сохранились моя бывшая команда. Они перешли в 10-й класс и в 11-й. Работаем хорошо. У нас уже была первая победа с этой командой. Мы заняли первое место в школе «Росэнергоатом». Это школа юных педагогов. Рейтинг среди 50 городов. Мы набрали большое количество. Я очень рада. Героем этого фильма стала Наталья Александровна Лесная. На состоявшейся встрече ребята познакомились с новыми, не менее интересными героями будущих видеоинтервью. Это Максим Джугань и Нина Кожемякина. Хочется донести до нашей молодежи, до наших детей, внуков, что город, он просто сам не вырос. Его построили люди. Чистота – это просто тоже само, ниоткуда ничего не появилось. Все золотые руки людей. И хочется рассказать об этих людях при первой же возможности, показать. А дети буквально рвутся в бой и уже сейчас готовы встречаться с новыми героями, монтировать фильмы, участвовать в конкурсе и побеждать. Я хочу тоже помочь, сделать кино, помочь там сделать его. Вот, у меня вот там мечтал, сделать кино. Свое согласие на встречи с начинающими журналистами уже дали Владимир Блохин и Алексей Федосов.